Ну что, парни, прибыл домой. Дома все травой заросло. Вот сейчас всю траву скосил. Че, раньше все это делал Ванька. Сейчас Ванька в армии. Сейчас все на меня. Даже боюсь представить, когда придет зима. Всю траву скосил. Там, где машина стоит, тоже там. С заднего двора все скосил. Вот. Домашние дела надо переделать. А потом с машиной будем заниматься. Там сальник побежал на задней ступице. Надо будет менять. Ну и будем продолжать, короче, чего-нибудь там сверлить, паять, ваять. Такие дела. Выехал, парни, на тихую охоту. За грибочками. Вот, грибочков насобирал. А бабки под березовики. Там где-то мои еще ходят. Такой вот отдых у меня. В лесу. На природе. Тишина. Хорошо. Так, ну что, начал я заниматься машиной. Снял колеса. Здесь у нас вон что, побежал сальник. Буду разбирать. Дед. Ой, собака. Тут так вот еще вал болтается. Ну, вал я заметил еще зимой, что он болтался. А как бы его вытаскивать? То ступицу надо снимать и менять сальник. Ну а тут уж он побежал, так уже все. Будем все это сейчас делать. Такие дела. Вот колодки все в грязи, в мазуте. Все это надо будет мыть. Вроде как колодки еще есть. Еще можно ездить маленько. Еще маленько можно поездить. Вот такие дела. А вчера вечером от нечего делать. Вот эти вот крышки. Они были покрашены, но не облезли уже. Я решил их, короче, полирнуть. Вот такое зеркало получилось. Как бы ништяк, я думаю. Вот такие дела. Вот так вот вчера я провел вечер. Так, съездил сегодня на разборку. Вал купил. Ну, токаря нету, токарь уехал. На рыбалку уехал. Я его надо проточить там. Так что заниматься нечем, я решил пополировать козырек вечером. Вот. Вот так вот. Вторым номером прошел. Сейчас это я все вытеру и пойду уже нулевым, финишным. Посмотрим, как будет выглядеть с той стороной. Такие дела. Так, ну все, полирнул козырек. Ну, оно так не видать особо. Просто всякие точки убрались там. А так, в принципе, какой был, такой остался. Дело в том, что еще на солнце как бы разводы все эти. Микро царапины. Их видно было. Сейчас не знаю. Ну тоже будет видно, наверное. Их, наверное, не убрать. Не убрать, наверное, их никогда будет. Так, решетку тоже я пробежал.
убрал эти белые пятна. Так, меняю сальник на рулевом. Он как бы у меня потек зимой. Я его ударил, вниз осадил, он перестал бежать. Но рулевое как бы чуть-чуть потуже стало. Сейчас вот решил его поменять. Сейчас слил вот масло. Буду сверлить два отверстия. Ну а там посмотрим, либо саморезы вкручивать, либо электродины загибать и вытаскивать его оттуда. Короче, буду делать. Приехал парень на разборку, у меня вот кран вот такой, выход на прицеп шланги вот сюда прикручивается. Трещины лопнул. Шипит. Когда на тормоз нажимаешь, шипит. Приехал на разборочку, вот. Такие капоты здесь, вольвовские, старый вольвый капот лежит. Так, вот мне принесли, покрасили, то ихнее. Угу. Это Кенворта капот. Вообще, все есть, только на ФЛДшку ничего нету. На Интера, на Вольво, даже на Кенворта. И там он Петербилта разбирает. А нет, это Кенворта разбирает. Вот такие дела. 3 рубля отдал, короче, за вот эту шнегу. Лишь бы она была не лопнута. Сейчас поеду домой, буду это все это дело раскручивать. Вот так. Так, ну что, парни, поставил я эту кран вот сюда вот он ставится. Вроде все нормально. Не шипит. Корпус целый. Все нормально. Ветер тут у нас. Погоду плохую обещают. Вот. Я еще не могу никак ступицу собрать. Токарь. Токарь еще мне. Только на завтра аудиенцию назначил. Вот. Ну все. На сегодня хватит. Поставил, колодки накинул, сейчас буду ступицу ставить. Сальник я вчера забил, все вроде нормально.